Приветствую поклонников снова. Андрей Кузьменко, Скрябина по прозвищу. Предварительно я уже рассказывал, откуда появилось название гурту Скрябин. Появилось так. Сегодня на обзоре у нас, вот смотрите, переиздание Moon Records альбома Techno Fight 99 года. Переведення 2010 года. Скрябин, Techno Fight, Moon Records 4801-2. Второе издание, так понимаю. То есть переиздание. Композиции, рамка, понятно. Продюсер Андрей Пасечник. Moon Records 99-2010. И как они любят писать, гранитный термин придатности 10 років. Так что потом самоуничтожение идет. Саморазложение. Я шучу, ну, наверное, так. Это чтобы претензий не было. Так, сейчас вскрою, пока покажу, посмотрим, что у нас там внутри. Так, вот у нас получается. Да, открыл я компакт. Диджипак его называют в таком издании. Ну, здесь ничего особенного, буклетиков нету. Томингус, ля-ля-ля. Такой у нас диск переиздание. Под низом ничего нету. Внутри Moon Records. Номер. Ля-ля-ля. Оптовые продажи. Реклама. Techno Fight. Переведення. Ну, все указано. Ну, вот так вот, ребята. Такой короткий обзорчик. Бумага немножко. Ну, нормально. То, что нужно. Да, ну, всем спасибо. Сейчас покажу следующий. Вот такой у нас. Дякую, люди. Останние записи. Останний концерт. Скрябина на двух CD-дисках. Так что, всем спасибо. Дальше у нас будет еще обзоры винила. Всем спасибо, всем пока.